Алёша, на минуточку. Зиночка, ты уже проснулась? Ах, ты спишь? Значит так. Ты почему меня не разбудил? Ну, рано, Зиночка, рано. Позавтракал? Позавтракал. Сигареты вынул? Вынул. Положи обратно. Ах, Зина. Разбросил курить, прятать сигареты в табуретке глупо. Ну, дома-то я не курю. Нигде не должен. Разбросил, терпи. Терплю. И вообще уже без четверти, на работу опоздаешь. Да-да. У тебя сегодня ответственный день. Зиночка, почему ты вот такая какая-то у меня? До свидания. До свидания. Алёша? Я, Зиночка? До каких пор это будет продолжаться? Ведь тебе уже... У тебя двое детей, а ты сам все еще мальчишка. И на работе мальчишка, рядовой парикмахер.
А я, Зиночка, не рядовой. Я мастер. А ты и 20 лет назад был мастером. А вот Мымриков пришел к тебе учеником, а теперь он уже твой директор. Пойми, я не о деньгах говорю. Просто стыдно соседям в глаза смотреть. Все уже в люди вышли, а ты... Ладно уж, иди. А то ты умудришься и в такой день на работу опоздать. Ай, Зинуля. Алёша. Вот-вот. Оставь. Здравствуйте, Павел. Привет, Алёша. Стрижешь? Стригу. Почему ты не в детском саду? Карантин. А где мама? В магазине. Что ж ты плачешь-то? Мяч. Какой мяч? Который ты мне подарил. Держи. Спасибо, дядя Леша. Ладно, иди, а то на работу опоздаешь. А портфель? Ты что? Тебе жить надоело, да? Ты перегрелся, да? Да, жарковато. Тогда встань, пожалуйста, левее. Ну и пожалуйста. Вот так. Спасибо. Минутку. Освежился. Прошу. Спасибо, Сергей Степанович. Пожалуйста. Так. Товарищи, все по местам. Пора начинать. Здравствуйте, Василий Васильевич. Вы последний. Василий Васильевич. Да-да. Ну как, отпустите меня на пенсию. Нет, Сергей Степанович, мы с тобой договорились, когда найдем замену. Мы же уже нашли. Алексей Иванович. Ты понимаешь, не поднимается у меня рука подписать ему характеристику. Ну почему? Он отличный мастер и великолепный человек. Так-то, ну так, но ты понимаешь, здрасте, ты же не только мастер, ты же еще заведующий мужским залом. А это что? Инструменты, инвентарь, а главное, одеколон. А что такое одеколон? Гигиена. Сергей Степанович, ты дитя. Одеколон это не гигиена, а что? Что? Спирт. Товарищ Мымриков. Да-да. Товарищ Мымриков, а четверня опять нет.
Вот видишь, Сергей Степанович, опять опаздывает. Нет. А главное, каждый раз врет. Да. Считает нас за дурачков. Идет. Вот мне просто интересно, что он сегодня придумает? Пойдемте ко мне. Так, ну а что же сегодня случилось, товарищ Тютюрин? Пожар, наводнение, может быть, землетрясение в вашем районе? Да нет, мальчик плакал, мяч потерял. Так, значит, мальчик? Да. Плакал? Ну да. Потерял мячик? На проезжей части. Твой мячик? Нет, его. А, значит, твой мальчик? Соседкин. Так, ясно. А соседка хорошенькая, да? Да, в общем, симпатичная. Смотрите, Тютюрин, как бы отец этого мальчика тебе ноги не повыдергал. А у него нет отца. Ну, ладно. А скажи мне, Тютюрин, почему у меня, когда я иду на работу, никакие мальчики не плачут? Не знаю. А я знаю. Ну, ладно, допустим, у тебя мальчик плакал. И долго? Минут пять. А почему же ты опоздал? На 20 минут. А меня еще автополивщик облил водой. Пришлось домой вернуться. Так, новое дело. Катя, тебя когда-нибудь автополивщик обдавал водой? Нет. Нет. А тебя, Сергей Степанович? Пока нет. И меня почему-то по утрам никто не поливает. Одного только тебя, товарищ Тютюрин. Не знаешь почему? Не знаю, товарищ Мавриков. А я знаю. Ты, Тютюрин, сначала научись, а потом ври. Иди работай. Тебя клиент ждет. Следующий, пожалуйста. Здравствуй, дядя Леша. Здравствуй. Рассказал я все, как было, а кого-то это очень рассмешило. И стою я то краснея, то немея, что мне делать, представления не имею. Ты меня сразу, приятель, поймешь, но отчего же, скажи, отчего же? Вымысел часто на правду похож, правда на вымысел часто похожа. Вот видишь, Сергей Степанович, какую кандидатуру ты мне предлагаешь? С характеристикой придется повременить. Почему? Боюсь, что Тютюрин не созрел еще для руководящей работы. У него есть два больших недостатка. Какие? Во-первых, врет. А во-вторых, не умеет врать.
молчи, молчи, молчи. Ку-ку, ку-ку, молчи, молчу. Ку-ку. Да куковалась, ух. Алёша, я уехала к детям в Малаховку, в лагере родительский день. Торопись, смотри, не опоздай, по дороге ни во что не ввязывайся. Надеюсь, что сегодня тебе характеристику дадут, ведь бить посуду к счастью. Целую, Зина. Между прочим, бутербродницы должны быть бутерброды, а не сигареты. Ну, Зина. Да. Ты у меня. Привет, Алёша. Пока нет, но обещали. Привет. Стрижете? Стригу. Спасибо, Сергей Степанович. Пора начинать, товарищи. Все по местам. Здрасте. 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 Доброе утро. Здрасте. Так, Тютюрина опять нет. Но ведь еще две минуты, Василий Васильевич. Все равно опоздает. Почему? А потому что у него сегодня важное свидание. С кем? С папой. С какой? С каким папой? С римским. Да ну тебе. Нет, правда. Интересно, что он сегодня придумает? А мне самому интересно. О. Здравствуйте. Здравствуй, Алексей Иванович. Ну-ну. Следующий, пожалуйста. Здрасте, дядя Лёша. Здравствуй. Садись. Ну, что будем делать? Треть. Посмотрим. Спасибо. Следующий. Малыш, твоя очередь. Я пропускаю. Я жду своего мастера. Ну ты, Тютюрин, сегодня молодец. Вот видишь, утром не опоздал и врать не пришлось. Ну так я и раньше. Ладно, ладно, только постарайся с обеда не опоздать. А характеристику я тебе, пожалуй, подпишу. После обеда Катя отвезет ее в Трест. Да?
Зиночка, ты уже приехала? А я в парке. Обеденный перерыв. Ну, как ребята? Да, передают. А у меня все в порядке. А ты знаешь, Зиночка, я уже без пяти минут за взалом. Нет, это уж точно. Сказал, сегодня подпишет. Сертеква, шурту грабан, сюрдупля, Бурхтани. Его высочество, наследный принц Бурхтани, эмир Бурхтан II, высказывает свое пожелание, чтобы это деревце росло, крепло и расцветало, как дружба между нашими народами. Какие сигареты-то? Да. Можно закурить? Пожалуйста. Спасибо.
Я таких сигарет никогда и не видел. Это, наверное, заграничные? Наверное, заграничные. Этот портсигар эмир потерял. 5 минут назад. Что? Эмир? Эмир. Тогда не надо. Да? Не-не-не. Хороший портсигар. Слушай, слушай, давай сейчас быстро побежим в милицию и получим свои законные 10% с этой находки. Ты знаешь, эта вещь дорогая, понимаешь, наверное, $1 000 000 стоит. Понимаешь? Значит так, если 10% с миллиона минус налоги, это знаешь, сколько получится? Да не надо мне никаких процентов, ведь человек, наверное, уже хватился, волнуется. Побегу к эмиру. О, правильно, правильно, к эмиру, даже лучше. Мы тогда с тобой получим этими сертификатами. Как вам не стыдно? Человек посадил дерево дружбы. Ну, понимаете, это же наш дорогой гость. Но вещь же тоже дорогая. Хе, лопух. Простите, эмир здесь живет? Здесь? Вот. Биты, сеньор, передайте, пожалуйста. Ваш начальник потерял. Чао. Товарищ! Погодите. Это вы вернули портсигар эмиру? Я. Вас просили вернуться. А я все отдал, там больше ничего не было. Я даже не закурил. Ничего не знаю, просили доставить. Сусер инаф, озлохси мой лак, энцох эдор эрненар эльхойн гейяу. Мным. Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II, говорит вам здравствуйте. Здрасте. Алла сам щалку Бурухтани, но питхе портсигар. Мным. Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II, благодарит вас за великую услугу, оказанную Бурухтани. Этот портсигар с уникальными бриллиантами является не только национальным достоянием страны, но и талисманом династии Бурухтанов, обеспечивающим высокий процент рождаемости наследников мужского пола. Передайте его высочеству, эмиру второму. Второму. Второму Бурухтану. Бурухтане. Что я был счастлив оказать такую маленькую услугу лично ему и дружественной нам Бурухтане. Бурухтане. Что вы говорите? Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II, приглашает вас отобедать с ним. Спасибо.
отсек, джамухры фазан, окальго манго, майонез мным. Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго. Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II. Второму? Второму. Что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами... Креветками. И плодами? Манго. Манго. Я уже давно не ел. Передам. Вула. Ваше превосходительство, не надо. Ну, я сам, ну что? Ну, я прошу вас, ваше превосходительство. Высочество эмир спрашивает своего высокочтимого гостя, почему он в третий раз Рахтана называет ваше превосходительство? А он что, высокопревосходительство? Да что вы, Рахтан – главный слуга эмира. А, в таком случае, пардон. Передайте его высочеству, что я, к сожалению, обознался. Передам. Рахтан, хватит. Мне еще на работу. Рахтан беден к сынку. У меня все, Рахтан. Сардик Мухтабурхтани. Курдуфак, Курдусада, Ваттермала, Турда, Шукра. Его высочество, наследный принц Бурухтани эмир Бурухтан II-II, спрашивает, чем он может отблагодарить своего высокочтимого гостя. За что? За возвращение Бурухтани ее реликвии и талисман. Ах это, ну ерунда. Ну а о чем говорить? Нет, вы должны выразить свое желание. Ах так. Тогда передайте его высочеству, эмиру Бурухтану II-II, чтобы он дал мне закурить. Скажите, а жена эмира не требует, чтобы он бросил курить? Простите, какая жена? Ну, его жена. Так они все его. Ах, да. А сколько их? Много. Вопросов больше нет. Но мне пора. Еще нет. Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II-II, приглашает своего высокочтимого гостя на послеобеденный кофе. Ясно. Тогда передайте его высочеству, что я принимаю его приглашение и с удовольствием с ним выпью после обеденной кофе со сгущенным молоком. Ну, Тютюрин,
это как-то... Ну, хорошо, я еще одну выпью, и все, мне на работу. Но я хочу тост произнести. Понимаете, вот вы такой симпатичный бурухтан. И для монарха просто хороший человек. Но у вас сидит большой пережиток, ваша высочество, такой феодальный. Вот вы не хотите дать женщинам избирательного права. Да я дам. Честное слово. Когда конкретно? Да скоро. Ну, это другой разговор. Ура! Ой, ваше высочество, а вы знаете русской? Трошки. Трохи. А что же мне сразу как-то не сказали? Протокол. А где же вы научились? А у меня старшая жена с Одессы. Ну, так ваше высочество. Простите, ваше высочество, я здесь ничего такого лишнего не наговорил? Нет. Это точно? Точно. Ну, тогда. Ваше высочество. Ой. Простите. Его высочество просит прощения у своего высокочтимого гостя, но его вызывает к прямому проводу Лондон. О чем речь? Передать его высочеству, что я принимаю его извинения и подожду. Кстати, а почему у него такая странная нумерация? Бурухтан второй, второй. Потому что Бурухтан второй, первый, его папа. Ясно. Простите, это городской телефон? Да. Можно позвонить? Этим вы окажете большую честь нашему телефону. Через восьмерку. Товарищ Мымриков, это Тетюрин. Я немного задержался. Я тут обедаю с эмиром вторым бурухтаном. Что значит набурухтанился? Не надо шутить. Я же вам объясняю. Вот человек положил трубку. Теперь опять не подпишет. А, Рахтан? Его высочество приказал мне ублаготворить... Я больше мне нельзя. Ваш тонкий слух музыкой. Усладить ваши благожелательные глаза танцами. А. И этим скрасить время вашего уважаемого ожидания. Кисы, Мрахтан, ля минор. И ям фа пири пири би пи парам пи пири пири би па парам. Я па пири пири би па парам пи пири пири би па парам. В нашей Бурухтане очень хорошо. В нашей Бурухтане хорошо. Парабайром, 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 парабайром. Эй, ой, маним, я пошел. Я пошел, Мымриков сердится. Мымриков Анджерин. О, Мымриков. А на сам шагу Кюрбала Бахшиш.
Мне так просто вы не уйдете. Его высочество хочет вас отблагодарить. Ну, перестаньте, вы меня обижаете. А если бы я потерял золотой портсигар с бриллиантами, а вы бы нашли? Вы бы отдали просто так? Спрашиваешь? Ну, вот видите, я пошел. Шалу. Нет, так вы не уйдете, просите, что хотите. Что хочу? Дайте мне справку, что я с вами обедал, а то они не поверят. О чехо квапурис? О квапурис? Ним. Вы понимаете, у нас в Бурухтане уже 300 лет существует закон против бюрократизма. За каждую ненужную справку отрубают руку, которая ее написала. Эх, я, Чурбалая, ну как и мир? Понимаете, его высочеством, как и мир в виде исключения, конечно. Не надо. Закон есть закон. Да, я опоздал, виноват. Но зато он твердо обещал дать женщинам избирательное право. Так, значит, обещал? Да. И мир? Я же говорю. И дал обед? Да. В твою честь? Ну, да. Комплексный, из трех блюд. Зря смеетесь. А ты напрасно обижаешься. Алеш, подумай сам, ну что ты плетешь? Но я же говорю правду. Предположим. А кто же был на этом обеде? Эмир, его переводчик и я. Понятно. Соображали на троих. Совершенно неуместная шутка. Ведь это наш гость. Ах, извините. Тогда у меня к вам вопрос, товарищ дипломат. Да-да. Вот сегодня в газетах написано, что Эмир Бурухтан первый-второй... Второй-второй. Дал завтрак в честь нашей футбольной сборной. Да-да. Значит, завтра должно быть сообщение, что Эмир Бурухтан... Первый-второй? Второй-второй. Правильно. Дал обед в честь Тютюрина, а и так? Да-да. Не знаю. А я знаю. Знаешь что, Тютюрин? Сначала научись, а потом ври. Ну-ка, Катя, дай пока характеристику. Ну, почему? Действительно, почему? Потому что безответственный лгун не может быть ответственным работником. Здравствуй, дядя Леша. А, здравствуй, Ваня. Не соврал я, ну не полслова. Почему же на меня глядят сурово? Принимают мой рассказ за небылицу и простые, и ответственные лица. Ты меня сразу, приятель, поймешь, но отчего же, скажи, отчего же, вымысел часто на правду похож, правда на вымысел часто похож. Слушаю. Алёша, это я на рынке. Вставай, пора. Только, пожалуйста, сегодня без опозданий и без этих твоих восточных сказок. Может быть, все еще уладится? Ну, конечно, уладится, Зиночка. Да. Это снова я. Ляг обратно и встань с другой ноги, а то удачи не будет. Привет, ну, как дела?
Что с вами? Очнитесь, я живой. Думаешь, легко? Пей валерьянку. Ну, давай, давай. Слышь, ротик, я говорю, открой. Не хочет. Что ж делать-то? Уксус тебя не берет. Ну-ка, нюхни. Нюхни, я говорю, на шатырочку. Ку-ку, я здесь. О, вы живой. Живой, живой, все в порядке. Это... Ничего не случилось? Ничего, я во всем виноват. Нет, это я виновата. Я... очень плохо знаю Москву. Ну да, вы приезжие. Я в Москву приехала на гастроли. Но вы говорите с акцентом. Это потому, что я не русская. Я полька. Живу я в Ленинграде. А вот приехала выступать в Москву. Вы? Иди-то пьеха. Угадали. Не может этого быть. Ну почему? Ущипните меня. Или спойте. Я спою. О, что же вам спеть? Помогите мне. Ссорятся люди, мирятся люди. Точно она! Кто-то полюбит, кто-то забудет. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет. А кто-то находит. Точно! Как же я вас сразу не узнал? Скажите, а что нужно делать? Куда сообщить? Ничего не надо делать, все равно уже опоздала на репетицию. Да, но мне надо себя привести в порядок. Можно у вас высушить и погладить платье? Пожалуйста. Тогда нужно его снять. Кого? Расстегните, пожалуйста. Молнию? Да, да. Смелее, смелее. Да. Дякую пану. Ха-ха, точно, она. Найдется у вас пижама? Да, конечно. Фу. А вы говорили, ничего не случилось. Нет, это ничего. Скажите, как вас зовут? Алексей Иванович. Алексей Иванович, очень приятно. Пожалуйста. Спасибо большое. А теперь, Алексей Иванович, снимайте брюки. Зачем? Надо зашить, погладить. Нет, не надо. Надо, 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 пожалуйста, обязательно. А где у вас ванна? Ванна? Там же. Спасибо вам. Она. Вроде все в порядке. Закурить хотите? Нет, спасибо, я не курю. Да, я тоже не курю. Дома. А теперь я займусь вашими брюками. Ну, что ж делать? А может, позвоните вашему администратору? Да нет, не беспокойтесь, он подождет. А я позвоню своему руководству. Мам,
пошли скорее домой, а то он умрет. Сейчас. Зинаида Николаевна, давайте и вашего. Пусть полежит у меня в холодильнике, а завтра возьмете. Нет, нет, что вы. Леша любит парной. Я уж вернусь, поставлю варить. Вернется он с работы, а на столе его любимый судачок. Ну, хорошо. Товарищ Мымриков, это говорит Тютюрин. Погодите, Василий Васильевич, вы сначала выслушайте. Тут, понимаете, такое дело. А я попал под машину. Кто-кто? Ну, что он сказал-то? Совсем обнаглел. Просто даже неудобно повторять. Но все-таки. Он говорит, у меня на диване лежит Эдита Пьеха. И еще поет. В городе нашем, ах, многолюдно, с тем, кто приснится, встретиться трудно. Так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет. Это память на всю жизнь. А кто-то находит. А теперь одевайте ваши брюки. Спасибо. Ой, кажется, вернулась жена. Алёша, можно тебя? На минуточку. Зинуля, ты уже вернулась? А тут, понимаешь, такое дело. Почему ты не на работе? Я попал под машину. Я тебе сейчас все расскажу. Короче, что там висит? В ванной? Да. Пьехино платье. Допустим. А что за женщина сидит у тебя на диване? Да это не женщина. Я же говорю, это Эдита Пьеха. А может быть, это Людмила Зыкина? Нет, точно Эдита. Допустим. А что она здесь делает? Ну, я же говорю, зашивала мне брюки и пела. Значит так, во-первых, это на Эдиту Пьеху ни капельки не похоже. А во-вторых, сейчас. А, судачок. Тебе будет. И Эдита, и Пьеха. И тут вошла жена, да? Да, случайно вернулась. Купила судака. Что? Что купила? Судака. Ну, предположим. И что же, жена тебе поверила? Пока нет. Но я возьму справку. Где? У Эдиты Пьехи. Ну, предположим, возьмешь. А пока она тебе врезала. Да, так уж получилось. Ударила этим. Судаком? Ну, да. Мороженым? Парным. Ну, Тютюрин, ты ври, но не завирайся. А теперь я тебе скажу, как было дело. Жена тебя действительно застукала. Но не с Эдитой Пьехой, а с соседкой. И врезала она тебе не судаком, а парной скалкой. Иди работай, Марчелло Мастрояни. Почему вы мне не верите? Вы не смеете. Каждому человеку надо верить, пока не доказано, что он говорит неправду. Изложил я факты точно, не прибавил даже буквы, даже точки. Так за что же я страдаю постоянно? Сам себе я скоро верить перестану. Ты меня сразу, приятель, поймешь, но отчего же, скажи, отчего же? Вымысел часто на правду похож, правда на вымысел часто похожа.
Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет. Это память на всю жизнь. А кто-то находит. А теперь одевайте ваши брюки. Спасибо. Ой. Кажется, вернулась жена. Ну? Леночка, ну я же тебе все объяснил. Ты забыл про магнитофон. Но ведь действительно ничего не было. Да, не было. С автомобилем не было, а с пьехой было. Не понимаю только, что она в тебе нашла. Словом так, я в Малаховке ночевать сегодня не приду. А где же ты будешь? Не знаю, не знаю. Может быть, у Муслима Магомаева. Ничего смешного нет. В общем, с меня хватит. Но не думай, что я ушла навсегда. У нас двое детей. Проживу с тобой как-нибудь. Ничего не поделаешь. Только учти, теперь и я не верю ни одному твоему слову. Ты сейчас, конечно, куришь, но это мне уже безразлично. Ты, конечно, опоздаешь на работу, но и это меня больше не волнует. У тебя все, Зиночка? Все. Так я пошел? Иди. Но только учти, в тапочках на работу не ходят. Привет, Алёша. Ну как, подписали характеристику? Спасибо. Стрижать? Привет. Thank you.
Ну, что сегодня расскажешь, товарищ Тютюрин? Да ничего. Вы все равно не поверите. Нет, почему? Если скажешь правду, без всяких там эмиров, пьех. Как перестань? Нет, серьезно, Алексей Иванович, если перестанешь из нас дурачков делать, мы всему поверим. Правда, Сергей Степанович? Конечно. Понимаете, девочка... Так, теперь девочка плакала. Ну, сначала плакала. А мячик? Мячик. А вы откуда знаете? Да ты, Тютюрин, по второму разу одно и то же говоришь. Мячик, мальчик, девочка. Ты будешь говорить правду? Буду. Встретил я вчера одного приятеля. О, другое дело. Но-но-но-но-но. Ну, зашли, посидели. Но-но-но. А какой приятель-то? Ну, какой приятель? Вот вроде вас, только с усами. Ну, да. Ну, взяли мы... По 150, с прицепом. Дальше, конечно, еще графинчик. Да. Внутри все захорошело. Потом еще. И вышли, конечно, тепленькие. Да уж. Но это, конечно, только для разгона. Ну. А дальше? Домой пойти побоялся. Жена скалкой врежет. Катя, прекрати. Ну, так куда же вы зашли? А куда мы зашли? Знаю я, куда вы зашли. Куда? К соседке, конечно, которая без мужа. Верно? Верно. Ха-ха. Догадались. А я давно догадался. Чувствовал. Ты, Тютюрин, у нас тихий-тихий. Но ходок. А приятель, наверное, спрашивал. Подруга у нее есть? Спрашивал. Ну, значит, зашли вы к соседке. А дальше как у вас было? А как у нас было? А, сейчас расскажу. В общем, переночевал. А утром... Постой. Ты, Тютюрин, не промахивай. Ты давай это место поподробнее. А какое место? Значит, пришли вы к соседке. А она, конечно, для приятеля пригласила подругу. А Вовку отправила к бабушке. А какой бабушке? Ох, Тютюрин. А что, Тютюрин? А теперь я тебе скажу, как у вас было. Василий Васильевич, здесь же Катя. Ах, да, пардон. Ну что ж, все ясно. Иди, Тютюрин. Потом доскажешь. Ага. Постой. А почему ты мокрый? Она... Подожди. Подожди, не отвечай. Постараюсь сам восстановить картину. Значит, утром встал, голова после вчерашнего гудит, надо умыться, дома нельзя, у соседки неудобно. Все ясно. Умывался у фонтана, наклонился и... Бултых, так? Ну, Василий Васильевич, от вас ничего не скроешь. А похмеляться надо. Угу.
Ну ладно, переодевайся, иди, тебя твой клиент ждет. А? Да. Ну, признание, пол наказания. Ну, Тетюрин. Так. Ну что ж, Сергей Степанович, пожалуй, я подпишу ему характеристику. Человек на верном пути, исправляется, врать перестал. Гляди, идиот. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте. Вы, как всегда, Мишеньку под Бобби Фишера, пожалуйста. Да, да, конечно. Коля, Тетюрин, ты что делаешь? Что с вами, Алексей Иванович, вы нездоровы? Нет, почему? Здоров. Вы извините нас, но мы лучше в другой раз. Почему? Да, лучше в следующий раз. Ты что? Не могу я так. Что? Перед женой совестно? Нет. Неправда все это. Что неправда? Дома я ночевал. Как дома? А почему ж ты мокрый? Из фонтана. Доставал... Мячик! Мячик! Мячик. Ну, Тетюрин. Эх, Леша, Леша. Хороший ты человек, но ты... такое... Ты опять за свое. Хотел я тебе... Товарищи! Мы не можем больше терпеть в нашей среде этой тетюриновщины. И мы примем, товарищи, самые решительные меры вплоть до... В общем, завтра, товарищи, в обеденный перерыв мы выносим Тетюрина. Куда? На коллектив. Вот, да играйся, Тетюрин. Вот мне задача-то, Василий Васильевич. Могу я видеть господина Тетюрина? А зачем? Его высочество, наследный принц Бурухтани, эмир Бурухтан II-II, уполномочил меня передать господину Тетюрину, что согласно договоренности с ним, эмир предоставил женщинам Бурухтани избирательное право. Ой, девочки! А? Я не ошибся адресом. Здесь работает господин мистер Тютюрин. Он не только мистер, он не только мастер, он завзал. Простите, не понял. Заведующий мужским залом. Наша гордость. Товарищ Тютю, Алексей Иванович, можно вас на минутку? Прекрасный производственник, активный общественник, морально устойчив. Здравствуйте. Кристально честный. Господин Тютюрин, его высочество, наследный принц Бурухтани Эмир, Бурухтан II-II, принял ваше предложение. Принял. Ой, девочки, к нам идет живая Эдита Пьеха. И с ней еще одна актриса, тоже очень красивая. Товарищи, мне плохо. А вот здесь работает мой Алеша. А что мне нравится? А вторая это не актриса. Это Зина. Какая Зина? Моя. Жена. Его жена. Старшая. Единственная. Торпы. О. Молодец. Зинуля? Алёша. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Иванович. Это моя Зина. О, Зина. А рядом Эдита Пьеха. О, Пьеха.
не может быть. Это точно она. Пьеха. Пьеха. Однажды, как известно, в нашей жизни все становится на место. И смотрю я на людей, глаза не пряча. Я же верил, что не может быть иначе. Ты меня сразу, приятель, поймешь. Радость со мной ты разделишь, но все же вымысел часто на правду похож. Правда на вымысел часто похожа. Ha 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 ha